Итак, Армения и Турция сегодня приняли решение, которое может положить конец многолетнему конфликту между этими двумя странами. Им удалось согласовать детальный план по нормализации двусторонних связей. Армяно-турецкая граница закрыта уже более 15 лет, а дипотношения между государствами не удается установить со времен распада Советского Союза. Но теперь стороны приняли так называемую дорожную карту, на основе которой рассчитывают устранить все разногласия. Прежде всего, это противоположная оценка событий, происходивших в Турции с 15 по 17 год прошлого века. Ереван добивается международного признание факта геноцида армян, Анкара признавать геноцид категорически отказывается. Осложняет отношения конфликт вокруг Нагорного Карабаха, в котором турецкая сторона все прежние годы поддерживала позицию Азербайджана. Сегодня азербайджанский МИД заявил, что Армения и Турция должны восстановить отношения только после того, как армянские войска покинут Нагорный Карабах.